Радиоприемник Makita. Имеет два динамика маленьких. Хоть размеры, в принципе, маленькие, но довольно очень громко играю. Здесь такая ниша маленькая. Я здесь храню переходничок к телефону. Сюда вставляется 18-вольтовая батарея. В принципе, можно вставлять и такую батарею, не литионную. Приемник очень, в принципе, жесткий. На него можно полностью вставать, использовать как маленькую табуреточку. Работает также от выхода, можно подсоединять, к примеру, iPad. Так же самое можно делать выходы. Again, friends, Kevin Barnes with you. Thank you so much for making time to tune in this radio show. Приемник где-то играет, я думаю, часика 2, может спокойно с батареей одной играть, и довольно громко. Недостаток, конечно, хотелось бы, чтобы запускались какие-то треки, к примеру, с флешки, но, к сожалению, только телефон можно, к примеру, использовать. И плюс к тому, он идет как табуретка.